Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска, двигатель 1.8 на механике. На этом автомобиле мы заменим сегодня задние тормозные диски и колодки. Устанавливать будем новые. Диски будем использовать фирмы Brembo, а колодки Techstar. Для этого мы поднимаем автомобиль и снимаем задние колеса. Подняли автомобиль, сняли колесо заднее, откручиваем суппорт и откручиваем тормозной диск. Здесь у нас трос ручного тормоза подходит к суппорту. Берем биту Т55, вот такая вот. И откручиваем суппорт целиком со скобой. Попробуем снять, не снимая троса. Если вдруг не получится снять, тогда мы скинем трос. Выработка на диске не дает нам пока его стянуть, поэтому нам надо отжать колодки. Нет, придется нам откручивать вот эти болты, которые у нас цилиндрик крепят, потому что поршенек здесь вкручивающийся, так мы его не можем задавить. Откручиваем два вот этих болта. Здесь на 13 болты. И держим ключом на 15 направляющие. Теперь битой Т30
мы откручиваем два вот этих фиксирующих болта. Легко пошли. Берем помощника в виде молотка. Берем щетку по металлу, немножко чистим посадочно. Мажем медной смазкой. Теперь берем струбцину и вкручиваем поршенек. Нормально. Вот такая вот струбцина. Она одновременно давит и крутит. Здесь лучше всего держать ключом. Все, поршенек мы утопили. Теперь берем новый тормозной диск. Тормозные диски мы будем использовать фирмы Brembo 08 86 82 10. Устанавливаем диск. Закручиваем фиксирующие винты. Чистим вот эту скобу, мажем направляющие.
снимаем пружинки. Все, скобу мы перебрали. Идем ее устанавливаем.
скобу мы подтянули. Теперь крепим сам цилиндр. Но перед этим устанавливаем в скобу колодки. Колодки мы будем использовать фирмы Techstar 241-3501. Устанавливаем колодки в скобу. И закручиваем болты. Держим направляющую. Колодки мы заменили, диски мы заменили. Устанавливаем колесо с этой стороны и аналогичным образом меняем со второй стороны. Всего вам доброго!